Никак не прицелиться, механизм замерз. Это уравновесит стрелу. Thank you.
Слишком высоко. Лучники. От них нужно избавиться. Только прицелись. Thank you.
Серебряная ваза. Ей много пользовались, и она многое повидала, но на ней примитивное изображение пророка. Должно быть, они начали торговлю с другими народами. Thank you.
Поможем тебе, чем только сможем. Спасибо, Софья. Мы не рыбаем просто. Thank you.
Не дайте ей войти в палату душ! Константин! Софья! Сможешь попасть по нему из требюшета? Попробуй! Приготовься! Навряд ли тебе удастся по нему попасть! Будем пытаться! Погоди! Перезаряжаем требюшет! Отсюда нам по нему никак не попасть! Знаю. Я подстрелю огненный шар в полете. Готовьтесь, попробуем еще раз! Погоди! Перезаряжаем требушет! Лара, ждем твоего сигнала! К выстрелу готовы! Огонь! Запускаем! Что получил, сукин сын? Черт! Пришлите отряд! Быстро! Уничтожить ее! Делай!
направляется к тебе! Нет ни оружия, ни союзников, ни надежды. Здесь ты найдешь свою могилу. Сразись со мной. Хватит прятаться в тебя. Ты же сильнее своих друзей. Интересно, ты смотрела, как твой дружок Иона подыхает от пули в брюхо? Поганый найдешь свою могилу! В дыму не спрятайся! Сразись со мной! Хватит прятаться от меня! Ты же сильнее своих друзей! Интересно! Ты смотрел, как твой дружок Иона подыхает от меня? Пока ты прячешься, надо снова.
бороться с такими слабаками. Ты найдешь свою могилу! Попал! С такими слабаками. Говорю, меня не уйдет. У тебя нет ни оружия, ни союзника, ни надежды. Здесь ты найдешь свою могилу. Сразись со мной! Хватит прятаться в тенях. Ты же сильнее своих друзей. Я тебя вижу. Зачем ты прячешься? Может, пока ты прячешься, он... А ну стой! С такими слабаками. Мое предназначение таится в палате душ. Я
был гением. И в то же время слабаком. Трусом. Перед ним лежал весь мир. Думаешь, я тебя не вижу?